необычная в этом году выставка ярмарка ждет тюменцев в ходе фестиваля «Тюменская осень». А участвовать в этой выставке – это отличный шанс для тех горожан, которые занимаются садоводством, огородничеством, цветоводством и собственную пасеку имеют. Будут организованы торговые места, торгово-выставочно-ярмарочные места вблизи места жительства наших горожан. И будет возможность как раз представить подготовленную, выращенную своими руками продукцию. Здесь организаторы подготовили конкурс и несколько номинаций. Подобная выставка пройдет не только в Тюмени, но и в Тобольске. А в Тюмени горожан ждет 4 номинации. Это урожайная фантазия и оформление торгового места, и костюмы праздничные, и разнообразие товаров, и возможность представить и предложить на продажу продукцию собственную. Вторая большая номинация – это оригинальные штучки. Это уже большие какие-то плоды и овощи, это какие-то экзотические экземпляры, это необычные по форме, по размерам, по росту, все возможные, все, чем можно удивить. Следующая номинация – это, конечно же, чудо-пчеловод. Здесь есть возможность проявиться тем, кто держит собственную пасеку, и очарование цветов. Здесь мы ждем и надеемся, что горожане, которые с удовольствием занимаются и выращивают цветы, разнотравья, умеют из них формировать и составлять букеты, готовые будут представлять свою продукцию. И, конечно же, все победители получат полезные и в хозяйстве, и в саду подарки. Заявки уже принимаются, заявки будут приниматься до 1 сентября. Общий телефон для справок, общий телефон оргкомитета 45 15 20.